А сейчас к новостям агропромышленной сферы. Наш регион впервые стал площадкой форума системы точного земледелия. В Прохоровский район приехали делегации с Курской, Воронежской, Тамбовской областей. Белгородская область площадкой форума выбрана не только потому, что мы вторые после Краснодарского края по производству валовой сельхозпродукции, но и из-за того, что у региона есть необходимый опыт. Цифровые технологии в сельском хозяйстве используются с 2015 года. На форуме представители ключевых агрохолдингов поделились ноу-хау в сфере АПК. Главным событием стала презентация нового беспилотного комбайна от «Россельмаш». Машина сама ездит не только по прямой траектории, но и разворачивается, переезжает в разные точки поля по меткам, заданным оператором. Еще один плюс – умение считывать препятствия, перед которыми агрегат заранее останавливается. Белгородский регион делает ставку на такие комбайны. Со следующего года планируется еще очередное обновление, поэтапное обновление техники, в том числе, мы надеемся, и беспилотных транспортных средств, комбайн по уборке, который как раз высокоэффективный, на наш взгляд, вот, именно который позволяет в процессе уборки исключать человеческие факторы, что очень немаловажно, потому что зачастую потери образуются именно за счет определенных человеческих факторов, на которые, в принципе, повлиять никто не может.